Матрос Алдар Цыдынжапов совершил подвиг. Своими действиями он спас корабль и жизни 348 членов экипажа. Сатурация падает, 88. Он не может дышать. Давайте кислород. Не поверишь, попали в шторм самый настоящий. Приветствуем нашего будущего морского волка Алдара Цыдынжапова. Кажись, на край света завезли. Так в Владивосток же. Игорь. Алдар. Вы будете отвечать за железное сердце нашего корабля. Включиться в изолирующие противогазы. Пробоина заделана! Боец, вылезай! Нашел трубку! Красавец! Пожар в носовом машинном отделении! Горит топливо! Все вышли или кто-то остался? Цыдынжапова нет. Как нет? Что самое главное для воина? Не медаль, не орден, а выполненный долг. Наверное, я бы никогда не решился к тебе подойти. Личная жизнь для моряка – это слабое место. А у мужчины не должно быть слабых мест. Ты обязан вернуться. Значит, вернусь. Ты будешь долго служить. Другие будут приходить и уходить. Он выживет? Он вас дождется. А ты говорил, нет шансов. Если он их дождался, значит, не зря.